Всем привет, ребята, с вами Виталий Зеленый. И мы сегодня собрались поехать на открытие парка у нас в Артемовске аттракционов. Сегодня 1 мая, кстати, всех с праздником. Всех с праздником трудящихся, всех трудящихся с праздником. И мы вот такой компанией собрались. Это еще не все. Поздоровайтесь, ребята. Ты наш братик. А говорю, поздоровайтесь. Фома, ты меня так камеру выбиваешь сюда. В общем, ребята, мы сейчас едем погулять, покататься на аттракционах. Они, конечно, здесь слабенькие, не такие, как в Харькове. Но все равно, ну как, времяпровождение будет интересным таким. Ребята, приобрели мы билеты. Покажи билеты. Получается, мы сейчас будем кататься. Расскажи, на чем мы будем сейчас кататься. На том солнышке. Да, на том солнышке, я же его не показываю. Ты расскажи. Сейчас покажу. На том солнышке. Карусель, не такая. Такая фигня, короче, на цепях свисает. Небольшая. Садишься, и тебя кружат. Кружат голову до упада. Иван, ты по-любому сейчас обрыгаешь нас. Люди, смотрите, как я умею. Ваня, ты меня испугал. Чего? Ты на меня упадешь. Сколько это стоит? Это стоит 30 гривен. 30 гривен? И можете все, что хочешь, нарисовать? Не, ну может, это уже может дороже быть, не только 30. Хорошо. Валентин, тебя разрисовать тебе штакетку? Почему? Давай, ты 30 гривен. Все садятся, и сейчас мы будем летать, как птички. Мы взлетаем. Пусти, дебил. В технике безопасности нельзя, отпусти. Отпусти, Ваня. Там меня не достанешь. А да. Да, Ваня качкует. Рита, что такое? Закончили мы нашу покатушку. Поезд. А? Поезд. Да ну, знаете, ну блин, слабенько, конечно. Побежали, побежали. Ваня, ты что, дебил? Ваня выскочил, еще не остановили, оно выскочило. Не, ну ребята, тут, конечно, все саводеп, но, блин, интересно все равно. Как вернулись в СССР, а, или как ты говоришь? Экстрим это. А, ну типа он имеет в виду, что старье. Старое, оно экстремальное. Потому что оно может оборваться там, ну, тут-тут-фу, конечно. Хоть чуть-чуть экстрим. Ну да, экстрим присутствует в том, не в том, что они страшные, да. А потому что они могут поломаться, когда в любой момент ехать. Сейчас уже мы заходим, наша очередь. Да, Валентин? Да. Ура. Свои эмоции, Валик, покажи всем. Понимаете, насколько здесь все серьезно? Это типа запрещенные, они типа опасные. Мы с Иваном вперед хотим. Иди, садись. Смотрите, какие, ребят, ремни безопасности. Давай. Смотрите, ребят. Капец, там вон трещина. Это салдеп, ребята. Здесь просто, ну, знаете, он не страшный, типа, но, блин, здесь страшно от того же. Он здесь такой именно уже старенький. Он уже пережил, знаете, сколько? Уже тут и наши мамы катались, и дедушки, наверное. Все, Ваня, жесть началась. Да не, я лучше продержусь. Капец, он весь тарахтит. Сейчас покажу, как оно со стороны. Сейчас оно круг сделает. Покажу, как оно со стороны выглядит. Ребята, мы взяли уже себе по кукурузу. Я взял себе. Я взял себе кукурузку попробовать. Не вкусненько. А, ряча. Кусай. Кусай. Да-да-да. Надо это. Челлендж. Я передумала. Кусай. Да не, не хочу. Она горячая. Вкусная кукурузка. Нагулялись мы уже в парке,
наприсутствовались, накатались, нагулялись. И сейчас идем покупать шашлык, да, Вадим? Да, Виталий. Вкусный шашлык? Вкусный. Будет у нас. Ты будешь готовить его? Если мы найдем его. В смысле, если найдем? А что ты думаешь, разобрали сегодня? Вообще сегодня, я слышал по радио, сказали, сегодня день шашлыка. Да. У нас по дороге в магазин тут образовался уличный футбол. Рита, давай. Только не упади. Подожди. Мясо держи. Так, при чем тут насколько вышло? Вон мы мяско набрали. Дай на 260. Валентин, несите. Так, синий, на, несите. Полетит, мяско залетит. Ребята, мы уже затарились в магазине, там бухлишком, там бухлецом, то есть бухлишком. Вадим, покажи, что там у нас присутствует. Номера твои не буду покупать. Ай, спалил. Все. Туруту! Тут такое. Вот такое. А шашлык вон. Вон там. Фома, огонь. Что вы там, коня привязывали? Фома, как всегда, огонь. Ты уже развел огонь? Угу. Бачу, блядь, горит. Нифига себе, ты резкий. Как пуля дерзкий. Что, еще, может, тяпнем? Давай, конечно. Фома. И уже солнышко, кстати, садится. Глянь, как красиво вот так вот выглядит. Иван. Да. Вот так, посмотри на камере. Говно. Красиво, блин. Ты говно. Спасибо. И ты говно. Вадим, а что, шашлык уже готов? Да, наверное. Вкусненький, наверное. Виталий, тебе контент качественный. Надо попробовать. Где качественный контент? Нужна лодка, блядь. Поплыть? Сегодня не получится. В общем, ребята, шашлык у нас уже готов. Сейчас будем его кушать, бухать водочку. Но это не точно. Со ставка. А прикиньте, ставок. Фома! Фома! А что ты делал, если бы у тебя был ставок водки? Да хуй. Спылся б нафиг. Сдох бы через неделю. Прикинь, Сеня, если бы у Фомы был ставок водки, он бы сдох через неделю. Что? Если бы у Фомы был ставок водки. Ну, короче, целый ставок водки, чисто водки. Он бы сдох через одну неделю. Через одну? Да. Так мало? Ну, думаешь, за день, да? Да. Тупо, наверное, жрал бы, пока не сдох. Сегодня лук изобрел. Ты понимаешь, что уже темно, конечно, но шашлык какой-то красный, его видно. Не понимаю, в каком он соусе замочен. В крови. Фома, это ты шашлык замачивал? Да. О! Видите, ребят, он какой-то красный. Мы когда замачиваем, он белый. Замочило немного. Ля! Ваня! Я не понял, типа все присутствует? Чем, блядь? Щелкни. Давай. Попку в тебя. Тебя щелкни. Подходы ко мне. Фома, щелк. Фома костер, Фома шашлык. Не, шашлык Вадим. Да не, ну сейчас ты шашлык. Я за костром, а... Не, ну сейчас же ты шашлык. Я не шашлык. Ну ты за шашлыком ухаживаешь. Через 50, 10, 100 грамм буду шашлыком. Это просто наш охранник. Проблема? Ребята, вы слышите этот звук, ну, на заднем фоне? Ну, вы слышите или нет, я не знаю. Это звук моего детства. Я не знаю, у кого как, но у меня это звук моего детства. Шкреки, я называю шкреки, ну, вообще жабы, когда начинают квакать, это означает, именно пришло тепло, пришла весна. И мы всегда ходили на рыбалку, рыбачили в детстве, там гуляли. Я вообще такой, ну, человек, я вырос на речке, получается, можно сказать. Ну, как вырос на речке? Ну, чтобы вы правильно понимали, рыбачил там, купался, ловил раков. Меня от речки за уши не оттянешь. Вот. И всегда, когда вот начинают эти жабы квакать, это означает, что пришла весна, что можно ловить рыбу, что можно ходить уже скоро купаться. И, ну, у меня это вызывает ностальгию такую своеобразную. Знаете, такая тишина.
и только слышно жаб. И их, кстати, слышно очень далеко, если, ну, на километр их, наверное, точно слышно. Особенно, когда они массово начинают квакать. Классно. Тупо одна за одной, одна за одной. Это в 4 утра, понял. Откисаем. Только не видно никого, прикинь. Да, конечно. Уже ж темно. Ну только костер видно. Я не знаю, ребята, вам видно, Фому? Он там сидит. Нет, тут надо, понял, подкинуть что-то, и тогда будет. В общем, ребята, на этом моменте мы будем с вами прощаться. Если вам понравился этот влог, если вам понравился этот влог, подпишитесь на канал, поставьте большой палец вверх, как всегда. Блять, я чуть в речку не ушел, блядь. Да ты ж спи, ты ж мне фонариком, блядь. Ну вы понимаете, о чем я. Поставьте лайк и обязательно поставьте нажмите на колокольчик. Если вы напишите комментарий, я всем отвечу. И давайте, до новых встреч, до новых влогов. Всем пока.